В Чувашию с официальным визитом прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова. В аэропорту ее встречал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Там же в формате блица были обсуждены вопросы развития системы здравоохранения республики. Республике есть чем гордиться в сфере здравоохранения. Благодаря эффективной реализации государственной политики в области охраны здоровья в Чувашии наблюдается рост числа долгожителей. Они в единой базе данных, мы следим за ними, а кто перешагнул уже за 85 лет, их 16 650 человек. Важный показатель – низкий уровень младенческой смертности. По показателям мы лучшие в Российской Федерации, сравнили там не чуть ли с Японией, несколько регионов и самыми передовыми странами Евросоюза. Открывающийся сегодня новый хирургический корпус республиканского клинического онкодиспансера построен при поддержке федерального ведомства. Открытие нового хирургического корпуса даст нам возможность провести 5000 операций в год, там 6 операционных практически. Только оборудование купили почти на 200 миллионов рублей. В Чувашии завершена программа строительства 100 фельдшерских акушерских пунктов. Еще столько же будут построены в ближайшие годы. Старые сносим, новые строим. Это примерно 2,5-3,5 миллиона рублей с оснащением и оборудованием получается. Но зато селяне, наши ветераны, которые восстанавливали в послевоенные годы народное хозяйство Советского Союза, они рады, они благодарны. Николай Васильевич, я хочу сказать, что Министерство здравоохранения чрезвычайно высоко оценивает ту динамику, которая сейчас идет в здравоохранении Республики Чувашия. В республике выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи. Развиваются высокие технологии в этой сфере, что просто невозможно без укрепления кадрового потенциала. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.